Всем привет, это Ольга Швец, добро пожаловать на мой канал, и теперь мой главный фетиш – это волосы. У меня стала появляться седина первая, это уже не 1, 2, 3, 5 волосков, их стало чуть больше. И в ближайшее время я познакомлю вас с теми средствами, которыми я борюсь с сединой, и достаточно успешно. А сейчас я покажу вам свои небольшие покупочки в магазине Ирмак. Вот такие масочки от Комплимент. Правильное название. Стимуляция процессов омоложения. Микропилинг, обновляющий для лица, шеи и зоны декольте с растительными пептидами. Значит, что делает эта маска? Она совершенно потрясающе работает. Если вы хотите понять или вспомнить, как ваша кожа выглядела лет в 15, или проведя рукой по лицу, почувствовать, как она выглядела и какой она была, вот с этим пилингом это возможно. Значит, я видела на Ирмаге не очень лестные обзоры. Для того, чтобы обзоры были лестные, нужно просто читать инструкцию, она очень подробно написана на обороте. А опять мы возвращаемся к теме волосы. Вот такая косметичка. Наверное, в ней я буду носить свои расчески на съемке. Значит, что у нас тут? У нас тут линеечка для путешествий от бренда Vella. Вот так она выглядит. Сейчас я вам покажу ее поближе. Это масло от Vella. Вот. Oil. Пахнет очень вкусно, но мое самое любимое на данный момент я взяла просто, чтобы попробовать. И еще такой момент, то есть вот этот travel mini вариант, когда закончится, можно будет перелить вот этот. Я думаю, можно будет. Да, здесь именно носик для масла. И можно это будет носить с собой. То есть у меня даже как бы тема основная была именно такая, чтобы это носить с собой, когда я приобретала вот эти минки очаровательные. Поскольку у меня тот, который я покупала летом, уже вот-вот закончится, я приобрела второй. И я могу сказать, что у меня вообще все отлично. Одну или две помпы, в зависимости от состояния волос, и ваши волосы будут выглядеть потрясающе. Вообще настоятельно рекомендую. Здесь что у нас? Здесь у нас вот такой вариант. Это, по-моему, шампунька. Да, это шампунь. Сюда можно будет поместить другой шампунь. Просто перелить. И вот здесь у нас, помимо масла и шампуни, у нас еще есть вот такой вот маленький лак. Да, это лак для волос от Vella. И это у нас бальзамчик. Вот. С бальзамчиком, я думаю, будет нам тяжелее всего, потому что здесь вот такая тема. Ну, в общем, у меня была тема, чтобы вот это был какой-то travel вариант. Конечно, это закончится очень-очень быстро, но такой вот в отпуск тоже вообще замечательно было с собой брать. Вообще не понимаю, почему они не прислали мне это на обзор. Я бы это потестировала где-нибудь в отпуске, и у них все улетело бы с бешеной скоростью, но вот как-то так. Значит, девочки, дорогие мои, сейчас я вам расскажу вообще очень интересную историю про вот этот крем. Это был мой первый тональный крем. Лет в 10 под глазами я обнаружила, что у меня очень близко вены под кожей, то есть я как-то до этого не замечала, а тут я, значит, заметила. Я стукнула кулаком по столу, там топнула ногой, подбочинившись, и сказала родителям, что мне надо что-то, как бы я так не могу ходить. То есть у меня характерец был уже в детстве. Я говорю, я все, я так не пойду никуда вообще, давайте мне что-то. И мне, значит, купили из того, что было в пешей доступности от дома, крем-балет. Так, что мне пролилось слегка. Ну ничего, как раз косметичка вот для этого и есть. Она, кстати, с логотипчиком. Я долгие годы, я не побоюсь этого слова, периодически покупала вот этот крем-балет тональный, тон натуральный, там вообще свобода, фабрика. Все супер. Я как бы это все брала, пользовалась.
И мне очень нравилось. Я пошла на китайский рынок, чтобы купить продукт, над которым я могу поглумиться. У блогеров такое бывает периодически. К тому же цена была какая-то смешная совершенно. И я покупаю крем. Я начинаю им пользоваться, и я понимаю, что моя кожа просто в восторге. Для меня он встал вровень с вот моим любимым ЗФК китайским профессиональным, то есть покрытие, ровная текстура, вот из серии нанесла, пошла и забыла, и вообще утром там нанесла, вечером приходишь, все в порядке на лице, там только чуть-чуть что-то где-то совсем капельку. Я просто обалдела. Ценник смешной. Если другие кремы нуждаются в каком-то подмешивании и так далее, то вот как бы в случае с этим кремом не надо подмешивания. Там не надо подмешивания, там надо просто в качестве основы нанести какой-нибудь легкий, подходящий вам по цвету и по типу кожи крем. То есть открывается вот так, хоп так, как все в советские времена. Вот я выдавливаю капельку. Сейчас я вам покажу этот сводч на руке. Вот смотрите. Ну, это достаточно много. Видите, что делаю? Все. То есть как какие-то такие мелкие, да, вот у меня здесь как бы венка, да. Но в целом вообще все хорошо. Все хорошо перекрывает, небольшая подсветочка. Вот если в основе вы накладываете увлажнялку какую-то свою любимую, и ложится поверху он там пальцами, кистями, неважно чем, вообще все супер. Все супер, и мне реально нравится, и я правда могу его рекомендовать. Состав, мы там спорили, выясняли, там кто-то обвиняет, что там диметикона этого много. Или как он там называется правильно, исправьте меня. Вот, кстати, еще пара продуктов, которые обвиняют в наличии диметикона. Это Wet n Wild база. Наконец-то я делаю обзоры, наконец-то она новинка. И, наконец-то, я ее, естественно, уже открыла. Вот такая капелюшечка крем, белый крем. Такой, знаете... Ну, почти как просто крем для кожи. Ну, в общем, запаха как такового практически нет. Она выравнивает, но я думаю, что под нее нужно будет наносить антиэйдж, если вам действительно нужен уже антиэйдж. Кстати, и вот еще обвиняют в наличии диметикона продукт. Вот за этот продукт. Я могу реально сказать большое, огромное спасибо и такой сделать глубокий реверанс, значит, Лизе Онэйр. Она сравнивала его там с очень такими топовыми продуктами, и я вот сейчас смотрю на него, он здесь показывается с красна на камере, а глазами он идеально тауповый, идеально. И когда вы его... потрогаете, это просто, как вам сказать, это идеальный продукт для контурирования. Что касается второго продукта, он такой же точно по текстуре. Если подсветка, ну, вроде как идет, как там, не знаю, контуринг, подсветки нет. Вот, либо она очень какая-то совсем-совсем-совсем незначительная. Я не вижу здесь... каких-то светоотражающих частиц, которые бы мне на самом деле хотелось. Упаковка сама огромная. То есть она огромная. Ну вот, в сравнении. Видите? То есть гигантское коробище. Хватит ее на 100 миллионов просто лет. Честное слово. И... я правда в восторге, правда. Я вообще не жалею ни одной потраченной копейки на него. Те, кто сейчас меня видит, наверняка видят, что мои брови более чем в порядке. И, конечно же, у вас возникает вопрос, каким образом, what the fuck. Вот. Я вам скажу вот что, девочки. Это средство я взяла первый раз.
использовала на себе, и эффект меня просто поразил, удивил, восхитил, и я не знаю, я была в шоке. Но, чтобы вы не повторили мою ошибку, я это еще в прошлый раз заказывала, и не помню, показывала или нет. Может быть, до этого видео так еще и не дошли руки. Покажу как-нибудь в другой раз. Значит, смотрите, когда вы видите краску Capous на сайте Irmac, ее инструкция по применению расположена внутри коробочки. То есть вам ее придется разрывать. Средство я взяла в оттенке коричневый. Но к нему нужен окислитель. И он вот такой литровый, представляете? В общем, девчонки, знакомые, кто пользует краску. Я купила 3%. Хотя там написано, что надо 6. Я купила 3%, и у меня вообще шикарно. Уже, наверное, около недели держатся брови практически в таком же состоянии, в котором они были в тот момент, когда я нанесла краску. То есть, может быть, чуть-чуть побледнели. Держится великолепно. И к нему нужно купить вот такую помпу. То есть, вот это все покупается отдельно. А именно, краска, окислитель и помпа, они покупаются отдельно. Это небольшое, как бы, неудобство, я бы сказала. И я бы хотела, чтобы те, кто это продает, чтобы они учли мой опыт. Потому что мне кажется, что если покупать 6%, я очень много видео пересмотрела на эту тему, и прямо профи, девочки, они говорят, лучше 3, это же лицо, как бы, ну, что тут прям устраивать вообще, не знаю, огненную гору, да, какую-то там в зоне брови, чтобы краска въелась лучше, нет, если краска у вас дома, если ручки растут из плеч, то вам не нужно 6%, берите 3, если надо, подкрасите. Вот, я могу, девчонки, кстати, охотно поделиться, я повторяю это, кому нужно, ну, те, которые рядом со мной, то есть покупаете краску, берете емкость, я вам спокойно отолью, потому что здесь целый литр, это просто, не знаю, он либо испортится, либо что, ну и, конечно, я буду делать брови, я буду показывать свою личную технологию, она очень классная. Я ее сама разработала, и я думаю, что вы, когда посмотрите все это, как, чем я делаю, когда вы посмотрите эффект, вам тоже это понравится, вас тоже это вдохновит. И я скажу, что в отличие от тех технологий, которых показывает Крыгина, там и другие девочки, та технология, которую покажу я, вот на этих препаратах, она в корне отличается. То есть, если вы сделаете все правильно так, как сделаю я, вам не понадобится подкрашивать брови вообще. То есть, вы будете их только расчесывать. А все прекрасно знают, кто делает мейк, сколько это времени отнимает. Поэтому я очень сильно надеюсь, что я вам помогла, как-то вас сориентировала. И эти средства, учитывая их бюджетную стоимость, это просто супер, просто реально супер. А девочкам маленьким, я скажу вот что, которые там 10 и больше лет, да, которые начинают задумываться о своей внешности, вместо того, чтобы что-то делать с бровями, просто придите к специалисту, даже сначала просто придите к маме и скажите, вот мама, мне не нравятся мои брови. Придите к специалисту, он вам все объяснит, в крайнем случае там подправит эту форму, потому что есть девочки, которые просто бесятся, им хочется, чтобы брови росли гуще, они там могут их даже сбрить в подростковом возрасте, а все это отрастает очень-очень долго, поэтому, пожалуйста, если есть вопросы, задавайте, я отвечу, всем всего хорошего, пока, на такой позитивной ноте, потому что для меня всегда приятно дарить пользу людям, обожаю вас. И люблю. Скоро конкурсы.